следует разместить в Карабахе до 2 миллионов наших граждан. На пленарном заседании Мили Меджлиса представитель парламентского комитета по правам человека Захид Уруч заявил, что нашей стране следует разместить в Нагорном Карабахе до 2 миллионов граждан. В Карабахе следует построить школы, вузы, а тем, кто будет жить там, надо оказывать государственную поддержку, считает депутат. Вместе с вынужденными переселенцами нам нужно создать возможность проживания на этих землях до 2 миллионов наших граждан, заявил Урунч. Экс-министр обороны Армении украл миллионы долларов и сбежал в Вену. Давид Танаян после поражения во Второй Карабахской войне незаметно испарился из властных структур Армении. Бывший министр обороны Давид Танаян, выступавший еще недавно с лозунгом «Новая война, новые территории», благополучно слинял, без каких-либо объяснений подал в отставку. Согласно упорным слухам, Давид Танаян обитает нынче в славном городе Вена. Армянские СМИ пишут, что в Армении требуют расследования деятельности Давида Танаяна на посту министра обороны. Экс-министр обвиняется в масштабной коррупции и присвоении нескольких десятков миллионов долларов.